Окей. Итак, дорогие мои, я надеюсь, моих ног не видно здесь. Вы когда-нибудь слышали про воздействие звука или вибрации на клетки вашего тела? Не просто на нервную систему, а вот прям на клетки вашего тела. Но это что-то не эзотерическое, а именно научно доказанные какие-то вещи, да? Так вот. Вот эта вот штука, я сегодня вот в этом прекрасном офисе, где люди занимаются именно терапией, музыкой и звуком. Это вокальная терапия и это пассивная музыкальная терапия. Пассивная – это когда ты слушаешь специальное музыкальное произведение, которое тебе прописано, исходя из твоих вот там проблем. И реально чувствуешь прекрасное облегчение или там какой-то прогресс в медикаментозном лечении. Вот сразу, то есть это 100%. И вокальная терапия это активный метод. То есть когда тебе помогают извлекать такие звуки и такие комбинации звуков, которые лечат тебя, лечат твою систему, как бы возвращают ее в то самое здоровое функциональное состояние, сбалансированное, да, то, что мы называем гомеостаз, да, поддерживается нормальным здоровым образом. Так вот, мои русские друзья вот этим занимаются здесь, на Сейшелах, поэтому если вы когда-нибудь все-таки отважитесь сюда спутешествовать, обязательно попробуйте этот сервис, потому что он в мире мало где доступен, а у них здесь все-таки свой филиал есть, и они еще и русскоговорящие товарищи. То есть на отдыхе, я считаю, это вообще лучшее, помимо там каких-то психотерапевтических, возможно, тоже штучек, практик, сессий, да. Вот это вот одно из лучших вложений в свое здоровье, физическое и психическое, прежде всего. Вот. Они называются музыкальная терапия, Scientific Music Therapy in Seychelles. Они являются филиалом единственного в мире, кажется, ну или там в Европе, или в мире, кажется, в мире, института. Как он называется-то? Как он называется? Доктор Мьюзик, научная музыкальная терапия. Доктор Мьюзик, научная музыкальная терапия. То есть это профессор Шушарджан, который все это дело изучал десятилетиями. Он врач-кардиолог, да, был он, кажется? Вот. Кардиолог, он профессор, он там доктор всяческих наук. И вот он пришел вот к этой теме, он ее решил все-таки именно на уровне науки изучить как следует и доказать, то есть это доказательная медицина, вы представляете? Это ничего попало, это не какие-то просто на эффекте плацебо практики тоже, вы понимаете, да, о чем речь? Это именно действительно тот самый луч света, где действительно вы истинно получаете результаты, вы их ощущаете сразу, и они имеют еще и долгосрочные терапевтические последствия. Вот. Я сама пробовала периодически. Я что-то пробовала, я еще не все там перепробовала. Я очень хочу, но я не хочу моим друзьям досаждать, как бы им неудобно с меня деньги брать, мне кажется. А как бы, а мне неудобно их об этом постоянно просить, но я все-таки думаю, что я найду лазеечку, как подкатить, чтобы еще добраться до вкусненького их сервиса. Вот, так, чтобы это не было уж такой бессовестной халявой, конечно, но и все-таки, чтобы получить именно вот этот сервис. Вот. Что еще вам рассказать про Сахалин? Короче говоря, это на острове Маэ все находится дело. Вот этот офис, он на севере острова Маэ, так что особенно, если вы где-то вот в этих отелях, большинство отелей здесь вот в северной части, русский наш Coral Strand и Savoy, они тоже вот здесь буквально в 2 минутах ходьбы, вот этот офис находится, вот, в 2 минутах ходьбы от этих отелей
а значит в 2-3 минутах ходьбы от главного пляжа Сейшел Бовалон, самого большого популярного. Вот, ну что еще? Ну какие у меня еще новости? У меня очень прекрасно сегодня прошел мой онлайн-клуб. Я просто в экстазе, я обожаю свой любименький клуб, потому что действительно я чувствую, есть огромный толк, есть смысл пробивать этот потолок, пробивать эти стены здесь. Вот. И, короче говоря, отвечает всем моим потребностям, таким самым высшим по иерархиям, да, потребностей. Этот клубик мой любименький, скорее всего, его придется делать интернациональным, то есть именно для всех потенциально англоговорящих людей. Не только сейшельский какой-то закрытый онлайн-клуб, а именно на глобальном масштабе. Вот. Ну, собственно говоря, я думаю, не стоит длинным видео делать. Видите, какое оборудование здесь? У них оборудование по стоимости квартиры в России. Это вот то, что я знаю. Представляете? То есть это очень дорогое, специальное, профессиональное оборудование. Именно для таких интервенций. Не просто песенки петь и записывать песню. Кстати, это тоже возможно потенциально сделать, кстати говоря. Вот здесь в студии такого формата, такого размаха, я бы сказала. Вот так что обязательно попробуйте хотя бы раз. Это вот прям, я не знаю, это реклама или рекомендация. Это, скорее всего, и то, и другое. Ну, это как бы это рекомендация, конечно. Гораздо больше, чем... Ну, вы понимаете, да, что мне за это никто ничего не платил, разумеется. Вот, то есть это не... Это чисто вот... Будете у нас на маленьких островах, загляните в этот уголок райский земли. Вот этот сервис, вот точно это что-то такое показано для качественного отдыха, для реабилитации, вот, для вашего здоровья. Ну все, мы сейчас поедем кататься. Мы сейчас сначала на пляж пойдем, потом поедем кататься вокруг острова. Вот, кайфовать будем. Спасибо вам за внимание. Пока-пока.